Короче, в этом дворе убили моего одноклассника, ему было 21 год примерно. Могилу я его видел. Его звали Серега, Сережа. Он жил примерно вот в этом доме. Там, тут везде гопники жили. Они даже меня однажды присунули, когда я шел с томиком с библиотеки, в руках держа томик основ, ну, фундаментального труда. Блин, выпало из головы. Оговорочка по Фрейду. Фрейда. Вот они его забили просто толпой, старшики. У них еще со школы, видимо, был конфликт. Старшики его щемили. Он был очень бодрым. Очень бодрым. Очень веселым. Очень клевым гопником. Нормальным пацаном. Но видишь, в гетто такая ситуация, что даже нормального пацана более четкие пацаны забивают до смерти. Вот так. Вот так вот.